Друзья, всем привет! С вами канал Алжир и я Татьяна. Сегодня у нас 28 октября, и мы празднуем день рождения пророка Мухаммеда. Такая традиция каждый год. Везде зажигают свечи, начинаются какие-то неимоверные хлопушки, салют. Правда, у нас их его будет не видно, но будет очень слышно. Вот. Люди везде стреляют, празднуют. Мы также будем праздновать дома. Будет у нас семейный ужин. Будет тоже небольшой фейерверк. Ну и, конечно же, чудесное чаепитие. Праздник в честь дня рождения пророка Мухаммеда, мир ему, празднуют 12 числа месяца Рабиуль. Это исламский лунный календарь. Можно сказать, что это Новый год по-мусульмански, по-алжирски, потому что Новый год – это здесь практически не праздник, никто его не отмечает, а день рождения пророка отмечают. Хотя здесь ведутся большие споры. Многие говорят, что запрещено праздновать день рождения пророка Мухаммеда. Но все же в стране это государственный выходной день, и люди отмечают его хлопушками, ужином. Я думаю, что это хороший повод собраться всем вместе и прекрасно провести время. И у нас сегодня вот такие вот прекрасные принцессы, да, с волшебными палочками. Все женщины принарядились, и я тоже сегодня решила одеть традиционное платье, длинное в пол, расшитое, все в блестках. Так что сегодня я тоже восточная красавица. Правда, хну не делала. Нет, пока все потихоньку, никто не видит, берет себе запасы, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, я вот дико извиняюсь, прошу прощения, я не засняла ужин. Было крайне неудобно, некорректно, была вся семья, очень много народу. И не хотят, чтобы их снимали, поэтому мы покушали, и все. Кушали мы традиционное блюдо под названием фрымса. Мне оно очень нравится, но в этот раз его готовили, это вот из остатков, что мясо от него и соуса. Готовили с айн бакара, это слива. Потом миш-миш, абрикос и изюм. То есть вот это все мясо, готовился такой соус. Ну, очень вкусно. Извиняюсь, фрымсы самой не осталось. Это рваное такое тесто, лаваши такие тонкие. Были разные салаты, конечно же, к этому они любят очень перец хар острый. И обожаем вообще все, любят, я думаю, в Алжире вот такие вот оливки маринованные, очень вкусные. Я так вообще их очень люблю. Кто-то нам праздновался, встать не может, лежит. Вкусно было? Очень. Вот такое чудесное чаепитие.